Давненько я не исповедовался. Надеюсь, я не забыл всех своих грехов. Так, посмотрим. О, да, если я смогу найти это место. О, да, нужно собрать подписи под петицией. Круто, я общественный деятель. Похоже, мне все равно придется заняться этим. Идиотская библиотечная книжка, эта сука даже не смогла ее прочесть. Так, и где это? О, Гарри в нашем городе. Мне понравился фильм «Происшествие». Так, посмотрим. Я думаю, это дерьмо не разгребется само собой. Итак, всем привет, с вами ТДС, мы продолжаем проходить Postal 2, у нас сейчас вторник, у нас есть такая одна из миссий, это подписать вот эту петицию, так, газета. Интересно, скажет ли он эту фразу из Виллиса? Может быть, если я попрошу? Я уверен, ему это нравится. Да. День Гарри Колмана. Гайдо должен появиться в супермаркете Парадис. Демонстранты забираются пикетировать библиотеку, в которую нам сегодня надо идти. Демонстранты такие же уроды, какие напали в понедельник на РВС. Сегодня начинаются репетиции духового оркестра, который ни хрена не оркестр, а просто дохрена чуваков с саксофоном, саксофонами, которые звучат как... Целый оркестр, который даже они даже у них не во рту, а просто на каком-то расстоянии. Короче, такой бред. Библиотека вновь открывается, да. Полиция озабочена внезапно возросшим со вчерашнего дня числом убийств. Ну да, потому что я появился. Правда, я всего двух человек убил. Демонстрантов и все. Эй, Чамп! Вы не могли бы подписать мою петицию? Привет, вы не подпишете мою петицию? Похоже, он не хочет мою петицию подписывать. Очень жаль. О, радарчик. Рыболокатор. Еда. Так. Ну, вот это оркестр. Так называемый. Что это за убожество? Звук труб, тромбонов, ударных, туб. Одни саксофоны, теноры, которые по размеру как альты, которые ужасно смоделированы и держат на них на расстоянии, как будто, не знаю, боятся, что на них укусят. Ужас. Вот это меня очень печалит. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль, ты должна быть шутишь, придурок. Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию, времени мало у меня, понимаешь? Мне очень жаль, сил. Ладно, третий раз, если прошу, я буду уже угрожать. Поэтому лучше не буду. Привет, вы не подпишите мою петицию? Мне очень жаль. Ты должен подпиши мою петицию, черт возьми. Мне очень жаль. Ну чё вы какие все злые? Ментов нельзя просить, они вообще завалятся сразу. Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы. Ты должен... Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы. Заткнись. Привет, вы не подпишите мою петицию? Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Отлично. Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы. Ты должно... Привет. Вы не подпишите мою петицию? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы. Ой, да вы чё, дебилы все. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты должно быть шутишь, придурок. Подпиши мою петицию, черт возьми. Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Спасибо. Спасибо. Привет. Вы не подпишите мою петицию? Ладно, ладно, ладно. О, сейчас будет весело. Он как раз... Я вовремя как раз успел. Каким образом он жив остался? Что это за бред? Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы. Ты должно быть шутишь, придурок. Как он жив остался? Он сам их взорвал, при этом жив остался. Что за... Пипец, хрень. Мяско. 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 Привет. Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Спасибо. Спасибо. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты да, подпиши мою петицию, черт возьми. Мне очень жаль. Да. Ой, менты. Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Ты да, послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Мне очень жаль. Вы не могли бы подписать мою петицию?
Мне очень жаль. Ты должно быть, что пиши мою петицию, черт возьми. Мне очень жаль. Че? Эй. Привет, вы не подпишите мою петицию. Мне очень жаль. Ты должно быть, просто подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Ой. Так. Тут есть банкоматик. Из него могут выпасть деньги, тогда тот чувак на меня будет злой. О, вот у негра я не спрашивал. Эй. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты должен пиши мою петицию, черт возьми. Мне очень жаль. Блин. Так, у тебя я спрашивал? Ты подпишешь эту петицию, или это придется делать выжившим членом твоей семьи? Эй! Подпиши эту петицию, или я пойду к тебе домой и убью упс, твою собаку. Упс, упс. Я не знал, что я у него уже столько раз спрашивал. Ну ладно, а у тебя я спрашивал? Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Ты должен... Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Ни за что. Я ненавижу так, вас, черт. Так, все, успокойся. Черт. Да блин. Эй, спрашивайся, спрашивайся. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты подпиши мою петицию, черт возьми. Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Спасибо. Привет, вы не подпишете мою петицию? Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Спасибо. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Давай. Подпиши мою петицию, черт возьми. Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Спасибо. Отлично. Так, мне еще две надо. А нет, мне всего одно еще надо. Найди сейчас чувачка и спросить. Или кого-нибудь из вас там. Эй. Привет, вы не подпишете мою петицию? Хорошо. О, отлично, классно. Готово. Видите, когда это исчезает, то оружие сразу выбирается. Кстати, я тут еще нигде не лазил, ни по крышам, нигде. Надо бы это поделать. Так, запрыгиваем на мусорку. Этот эпизод получится намного длиннее, чем предыдущий. Вторник, он такой длинный день. Так, на дереве ничего нету. Так, как уж тут? Вон туда. Или как? Что-то я давно здесь не делал все это, поэтому не совсем помню. Это оттуда вот надо прыгать. Точно, точно, точно. Вот так вот. Патрончики для автоматика. Ау, как я упал? Я же удерживал на W, что за хрень? Так. Так. Ладно, сделаем так. Вот все, допрыгнул. Так. Аптечка, пистолетики. Так, теперь можно залезть вон туда еще. Так, на этой крыше есть вообще что-нибудь? Я вот не помню. О, дробаш! У меня его еще нету. Точнее, не было до вот этого момента. Там тоже что-то я вижу интересное, поэтому сейчас посмотрим. Фонарь. Отлично. Так, что у нас здесь? Бронька, граната, еще пулеметные обоймы. Упс. Застревать не стоит.
А, у меня уже есть бронька, да ладно, я что-то не помню, когда я ее нашел. О, вон туда еще можно идти, там будет вроде бы трубка. Или не трубка, я уж и не помню особо. Чё все на меня пялятся? Ну подумаешь, я бегаю по проводам. Обычное дело, чё такого? Ну ладно, тут вообще ничего нет. Да блин, что за подстава? Упс. Смешно-то как? Ну ладно. Я здесь нигде еще не был, вот этот клуб вот такой тут. Вот это вот непонятное что. Блин, помячик. Что это за существо? Мент. Это придурок, посада Маза. Так. Тут есть комнатка. Тут стул электрический. Туалет есть. Аптечка. Мне нужно поискать лекарство. Нормально все тут. Слишком долго бегать не буду, потому что так эпизод долгий получится. Буду постепенно обследовать все. Так, это вот аркадные эти автоматы. Я здесь уже был. Ну а так я могу сделать. Не попадешь, не попадешь, я убегу. Так, мне куда надо? Я, пожалуй, в библиотеку пойду. Вначале сделаю библиотеку, потом в супермаркет, потом в церковь. Ой, как-то вау, я даже урон не получил, это классно. Тут чувак меня потерял? Похоже. Ладно. Там вот есть продавалка трубок. У меня, кстати, сколько трубок? Две. Нормально, вроде бы. Пока что норм. В библиотеке они мне, конечно, я думаю, понадобятся, но ничего. Все будет. Так. Вот библиотека. В понедельник она была еще закрыта. Так что сейчас я в нее пойду. Так, кошечка. Эй, как еще я ее не подобрал, блин. Ну ладно. Тут кошек можно подбирать и использовать как глушители для дробовика и автомата. Это очень же жестоко, конечно, это как-то, но это же всего лишь игра, поэтому почему бы нет. Так, вот я в библиотеке. Тут опять же демонстранты ходят. Спасите деревья, сжигайте книги! 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 Спасите деревья! Пошли. А вот сюда. Вот сюда. Если я стырю тебя. Чё ты орёшь-то? Тупая какая-то. Я не хочу стоять в этой очереди, поэтому я тупо сделаю попроще. Оп. Я надеюсь, эта сука оценит мои усилия. Наконец-то, как раз вовремя! Простите, что опоздал, кто-то взорвал мою машину. Сожжем эти книги! Вот так, вот теперь мне надо тут это все делать. Так. 20, 100, 230, воу. Так, включу-ка я вот это. Так. Бежит все. Да, отлично. Минус. Не получится.
получится. Так, ты. О, у тебя была еда. Это хорошо. Вроде ничего плохого и не делал, но он все-таки злой. Ладно. Там тоже все падает. А я тем временем направляюсь вот сюда. Тут громкий такой огонь. О, пицца. Кусок пиццы на полу. Ой, мне надо закончиться радар. Блин, зря я так его истратил. Так, тут надо поприседать, тут... Ага, вот так вот. Ладно. Это все. Мне нужно поискать лекарство. Так, отлично, все хорошо, я покушал. Норм. Так, иди сюда. Я знал, что это так произойдет. Даже если бы я не играл в эту игру, то она такая-то. Она была посветлее, чем остальные, поэтому это было ясно, что с ней что-то произойдет. Так, тут вроде сейчас будут обычные чуваки. Ой, нет, 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 это похоже не здесь. Где вы? Вот так вот, да, правильно. Вот обычные чуваки. Давай, помогай мне. Не хочешь, хочешь тут просто идти и пялиться в стену? Или куда там ты пялишься? В книге? Ну ладно, твое дело. Так, вон там я был. Эй. Аккуратненько сюда. Упс. Иди сюда, давай. Круто. Тут надо походу. Вау! Вау! Нужно поискать лекарство. Блин, как-то так я неаккуратненько поджегся. Оу, там будет молотов. Ой, это плохо. У меня снайперка, есть у меня гранаты в роде, да. Вау! Тупое существо ты. Блин. Надо подождать, пока потушится, быстренько к нему подбежать и помануть ему дробовиком. Ты тоже потухни. Вот, отлично. Так, у меня есть что-нибудь? У меня пицца есть. Она опять восстанавливает. Ладно. Лучше, чем ничего. Так, тут вроде нельзя, да? Оу, откуда? А, так туда все-таки надо. Это совсем... О, помню, куда надо, куда нет идти. Давно не играл, поэтому... А, ну да-да-да, это основной зал. Давай, иди сюда.
Ха, я даже его голову не разнес, но что-то. А тут есть у нас секретный проходик, конечно. Он мало мне еще даст, но все равно. Ведь могу вот этот потушить? Ау. Иди сюда, что ты там стоишь? Во, да, давай. Что ты там? Где ты опять? Давай, иди сюда. Даже все вот так вот сделаю. Вот так. Там, прям вон там выход, но я вообще хочу все-таки попробовать. Вот здесь. О, по кайфу. Вот сюда вот я могу пойти. Это туннельчик. Угу. Так вот. Аптечка и огромный прыжок вниз. Ну ладно. Мне нужно поискать лекарство. Черт. Так, вот еще одна аптечка сразу, о, чтобы эта вылечиться. Штука хорошо действует. Тут такие, до хрена таких красных окровавленных собак, которые бессмертны, их не убить. Никак, только есть один всего способ, но пока что я этим способом не владею. Я сюда потом вернусь в другой день и смогу забрать эти гранаты и все, что вон там в том коридорчике находится, но пока что... Могу спрятать оружие и подниматься по лесенке вот сюда. Выходить из этой библиотеки ужасной, горящей. И высокая такая длинная лестница достаточно. На свободу. Вот мы здесь. Вот сама библиотека, вход, это вот все такое. Разве нельзя просто договориться? Думаю, что нет. Лучше остерегаться этих придурков. Так, вот библиотека горит. О, кошечка, я ее подберу. Вот, теперь у меня есть кошечка в инвентаре. Как они так спокойно в инвентаре там сидят и ничего не делают при этом? Непонятно. Так, вот здесь можно еще забраться на провода и на крышу. И еще вот здесь вот. Оу. Дыщ. Пипец. Чувак испугался, выкинул оружие, когда другой чувак перепинул другого человека. Блин. Какой-то... О, автомат. Оу, я не хочу застревать. Не надо. Так, все эти хрени убираем, открывается дверь, тут потолок немного выбит, там дверь еще одна, в другую сторону. РПГ родители против граффити. Да, прикольно. Так, лезем на провод. Упс. Это было случайно. Я как-то перепрыгнул. Вот, идем туда. Тут что-то есть вроде, да, тут трубочка есть. Пока что я ими не пользуюсь, но думаю, в течение игры они еще по-любому мне пригодятся. Кто там у меня хлопает? Ладно. Есть что-нибудь на этой крыше? Не знаю. Так, вон там внизу дофига кошек. Трубка. Ой, то есть это не трубка.
канистра, ну и трубка тоже, блин, а где я там увидел канистру? Чё, я вообще что ли, совсем что ли тупой? Так, подбираем всех кошек. О! Так, там магазин, которым я вчера покупал молоко, там уже сменился продавец. А вот да, вот и канистра. Я действительно, нет, не показалось. Уже 6 кошек, сейчас будет 7. Так, трубка. О, пончики и дробовик. Мне нужно поискать лекарство. Пончики вроде один или три восстанавливают. Три хп. Пицца 5. Это хрень. Ну, еда такая обычная, которая в мешочках. Попкорн или что это там? 10. А трубка 125. Так внезапно. Такой скачок. Но зато от трубки возникает привыкание, и потом, если после этого ее будешь долго не курить, то здоровье будет отниматься. О, там батл идет. Ладно, пусть идет. Я пойду сюда. Так. Здесь я уже был в понедельник. О, еще одна кошечка. Так, ой, там вроде там канистра есть под этой лесенкой. Не, это под другой лесенкой есть канистра. Тут все эти комнатки, не знаю, у них можно входить или нет, но такое ощущение, что вроде бы можно, но в то же время как-то. Эй. Прохожу насквозь. Да, здесь сюда можно заходить, так что я могу сюда во все эти комнатки зайти и все взять. Только надо быть очень аккуратно, потому что если случайно врежешься на полной скорости в стекло, то оно разобьется. И все начнут типа, ты вообще идиот, тебя убить надо, все такое. Поэтому аккуратненько, оп. О, автоматик. Это что, это Сиги? Эй, идиот! Так. Сюда. Телефон. Ау. Так, тут еще пока не везде был. Это ведь так, где нет канистры, да? В этом году. Это что, скрытая камера? У тебя с головой все в порядке? Или стоп, или это. А, да, все правильно, я все уже обошел. Так, вот вход в супермаркет. Вроде еще есть комнатки, да, я их тоже. Ок, там молотов. Во, отлично. Так, тут что? Ножницы. Ладно, вроде больше здесь ничего нету. Да? Вот там еще один целый, такая штуковина. Я сейчас в ней посмотрю быстренько и пойду уже в супермаркет. Тут что-то я тут загулялся. Расслышьте, но ты злой человек. О, бензин, М-ка. Мне дробаш нравится, потому что он с ближнего боя просто так всех разносит. Вот, вот как раз про дробаш подумал, сразу его и нашел. Ой. Как я на первом этаже оказался. А, ну да, там. Просто там в дороге идет подъем, поэтому. Так вот. Ладно, идем в супермаркет. Брать автограф у вот этого чувака. Если ты купишь мою книгу, я распишусь у тебя на заднице. У него примерно такой вот голос, только еще вроде немножко повыше. Супермаркет Парадис приветствует Гарри Колмана. Вон он стоит в белом. Сейчас спущусь, там опять же очередь гигантская.
Вроде тут есть один скрытый ход. Вот за вот той дверью. Там я вот... У меня такое ощущение, что там есть книжка. Это его автобиография тоже. Его, конечно, можно просто убить и забрать, но это вообще не по кайфу будет. Упс. Может, если они на меня сагрятся, тут за ней всех распугают? Он какой-то странный. Мент, help me. Эй, идиот! Уйди с дороги! Отлично. Упс. О, и Гарри разозлился. Оу! Уже полезла! О, а Гарри все норм. Эй. Здрасте, мистер Холман. Мне очень понравилось. Правда, в жизни. О, держи. Это для моей мамы. Клянусь. Да, конечно. Если я увижу, что ты продаешь его на eBay, я приду к тебе в дом и надеру твою котлявую задницу. Довольно близко. Сукины дети. Это полиция! Выдайте бывшего ребенка актера, у нас есть ордер на его арест. Возвращайтесь к своим пончикам, я никуда не пойду. Вы настроены серьезно, выдайте Гарри, и никто не пострадает. Лейтенант Гроссман пытался предупредить нас. Я никуда не пойду отсюда. Ты с кем разговариваешь вообще? Дебил, что ли? Оу, 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 батл, эпик батл. Сейчас он их всех же, он их всех сейчас завалит. Ладно. Так, я, пожалуй, пойду отсюда. Тут они все стреляются и мочатся. Так, я смогу сейчас попасть сюда? Ну-ка, мне кажется, если я сюда... Пройду. Воу. Вот так вот. О, автоматные патроны. Это все книжки, которые нельзя подобрать почему-то. Радарчик. Служебный вход. Да я знаю, что служебный вход, но и что? Пошел отсюда! Без палева, никто не должен ничего узнать. Ладно, она там ничего не скажет, она сейчас убежит просто-напросто. Так, туда это выход в другую часть супермаркета, мне туда не надо, я лучше пойду вот сюда вот, и тут будет выход туда, куда мне нужно. Упс, уроды. Ладно, вот сюда мне. Вот так вот, пошли. У меня что-то здоровья не очень много, мне бы что-нибудь... Найти, пожрать. Тут продаются вот трубки, но пока я ими не пользуюсь, так что я не знаю, понадобятся ли они мне сегодня или нет. Ну-ка, вот тут вроде есть вход. Где-то. А, вот, отлично. Так, тут что-нибудь есть? Деньги есть. Бронька есть. Все? Похоже. Так, тут есть мусорки, что есть. Коктейль Молотова, неплохо. Пистолетики. Канистра, трубка. Так. Оу, что это там кто, с кем? Что произошло? Так, я знаю, что вот сюда вот можно забраться. Эй, куда-то. Где моя видеокамера? Вот это отсюда. Там вроде тоже что-то есть на этих, на трубах. Так что сейчас это проверим. Ну-ка. Кошечка. Кис. Отлично. Так, как уж тут...
Так, там вот вроде ничего нет, поэтому, думаю, туда нет смысла идти. Есть вот смысл идти вот сюда. Оп. Да, я там что-то уже вижу. О, это Чоппи. Чомпи. Так. Денег до хрена. Немного, блин, тоже мне немного. Блин, почему здесь нигде нету еды? Конечно, мог ли в супермаркете купить, но мне что-то как-то, на самом деле, жалко немного деньги тратить. Конечно, они в основном мне для этого и понадобятся. Хотя они мне для миссии больше всего понадобятся. Вот тут мне надо быть аккуратным, потому что прямо тут сверху на балконе стоят демонстранты, противники РВС, вон на том балконе, которые меня сейчас будут атаковать, если увидят. Поэтому вот они, вот прямо тут два человека стоят. Поэтому ушла. Оп. Отлично, не спалили. Ну-ка, сбегаю-ка я быстренько вот сюда. Тут вот станция. Вот может здесь что-нибудь будет полезненькое. Упс. Вот так вот, отлично. Собак там кого-то атакует. Дробаш. Все, да? Ок. Тут что? Лопата. У меня уже есть лопата. Что это? Пулеметная. Автоматная на самом деле. Аптечка. Отлично. Так, тебе норм? Эй, идиот! Да, тебе норм то, что я здесь нахожусь. Это хорошо. Так, а это тут нахрена вообще сделан так этот поезд? Ну ладно. Раз сделал, значит сделал. Вот туда проход на кладбище, который мне в среду придется идти, пока там он недоступен, этот проходик. Так, тут ничего опять же нету. Ой, собака сдохла. Так, тут закрыто. Так, там служебный вход. Ух, чувак, ух, чувака, проблемки. О, тут еще сдохшая какая-то лежит. Так, там вроде злой чувак будет, который будет меня атаковать, если он меня увидит. С ножницами. Так, тут. О. Это. Это картридж для радара, который показывает отдельным цветом этих ментов. Он отображает. Эй, чувак, ты злой? Я сейчас полицию вызову! Не-а. Не вызовешь. Спорим, вот ты уже сдох. Какую ты полицию вызовешь? Трубом, что ли, своим? Ну-ка, а вот там что? Вау! Целое ничего! Как же это классно. О, РВСник. Ну-ка, на этом вагоне что? Ничего. Тоже абсолютно не удивительно. Ладно, вроде тут я все посмотрел, так что думаю, пора идти к церкви. Так, тут эти демонстранты. Они меня не видят. Отлично, вот. Тут проход в церковь. Только вот тут где-то еще вроде была еда, если я не ошибаюсь слишком сильно. Или это не здесь, а с другой стороны. Только там ничего нет? Нет. Ладно, значит, с той стороны. Окей, сейчас посмотрим. Так. Вот вроде вот здесь вот где-то. Да, вот. Две еды, вообще классно. И еще есть вон там вот еда. Только она немного охраняется, так сказать. Так что мне надо будет очень аккуратно. Так, у меня сам-то по себе радар есть, да, но его у меня мало. Хе. А тут аптечки есть, это хорошо. О! Он уже здесь. Вот этот урод. Он охраняет эту еду, хотя я еще даже ничего не взял, он уже на мне сагрился. У меня уже максимум автомата, но ок. Так. Никто ничего не видел, не знает. Итак, мы входим в эту обитель даунов. Ой, то есть я хотел сказать в церковь. Упс.
Окей, идем сюда. Вот в этот вход. Основной, так, ну, так сказать, тут вот чувак с приношениями. Пока я не буду их трогать. Но потом... Потом тут начнется веселье, и ему уже будет насрать на эти приношения, поэтому это будет удобно. Так, я это включу на всякий случай. Пусть, хотя у меня радар еще не включен сам по себе, но это пусть будет готово к использованию. Поднимаемся наверх. Кому-то уже что-то там не нравится. В чем дело? Что случилось? Так. Так, конечно, не сюда надо идти. Просто хочу узнать, что там, в чем дело. Тут вроде проход на кладбище есть, который пока что закрыт. Так, вон там еще куда-то проход. Так, это куда? О. Так, это не деньги, да? А, тут ножницы есть. Вон там вроде проход на кладбище, да? А, это еще один вход там в саму в церковь. Да ладно, я же вот здесь вот был. О, а чё, а в чем дело? Эй, чувак, чё какой злой? Нет, походу, это не на кладбище проход. Ну ладно, какая разница, я здесь уже был, поэтому... Ты куда пойдешь? Куда-нибудь... О, может, если я сейчас возьму деньги, ты даже не спалишь? Ну-ка, так вот куда ты сейчас направишься, мне интересно. О! Иди давай. Иди сюда. Ну куда ты опять пошел? Вот сюда. Давай, иди сюда, иди сюда. Ну... Да что ты творишь в текстурах в этих двери, ну... Серьезно, чувак, что ты хренью всякой маешься? Вот. И теперь, я думаю, спокойно могу сделать. Я надеюсь, он меня не догонит, я спрячусь от него, и все будет хорошо. Эй, смотри, куда пьёшь! О, нет, я этого не видела. Ой, там опять хаос. О, РВСник, это хороший чувак. Ну-ка, надеюсь, тут никто этого исповедальщика не убил. Хотя, если бы его убили, то у меня миссия была бы выполнена как раз-таки. Это ты? Нет, это вряд ли ты. Привет. Благослови меня, отче, я сильно согрешил. Очень сильно. Не, я не шучу, я большой грешник. Да. Вы положили приношение в ящик? Да. Тогда вы прощены, сын мой. Следующий. Спасибо. Отлично. Довольно близко. Пришло время идти домой. О чем это ты? Если бы это касалось твоей задницы, ты бы знал. Эй, приятель, хули ты сюда лезешь? Черт побери! Заплатил от эту землю во имя Аллаха. Что же, приготовьтесь к смерти, неверные. Поднимайтесь, мои мирные собратья. Пришло время пересмотреть вместе и заплатить. Благослови меня, отче. Ой-ой, не надо, все, заткнись, я уже говорил, все. Я шучу, я большой грешник, да. Так. Отлично. Давайте. Так, так. Отлично.
лошары вы все. Блин. Ой, вы лохи-то какие. Чё ты на меня смотришь? Майк Джей, мы же по кайфу такие, братаны. Такое. Извини. Так. Мне определенно нужно еще. Так, ну что, где вы там все? Так. Ты чё? Чувак? Всё норм же. Все по кайфу, чуваки, все нормально, не парьтесь. Так, тут еще будут эти уроды? Нет. Ха. Получается все. Вторник пройден. И пора идти домой. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был ТДС. Всего хорошего, увидимся в среду. Ты получил автограф Гарри Колмана? Я думаю, получить на eBay за него целое состояние. Точно целое состояние. Скажи, а разве такие штуки не становятся более ценными, когда человек помрет? Да, а что? Ничего, могу я поработать на твоем компьютере?